Так, кто к нам идет в гости? Опа, назад пополз. Уж. Вот она. Ужиха. Так, и чё мы там? Ёпрасоты, потерял тебя. Так, эх ты. Фокус сбивается. Чё? Ой, короче, уже лазит, ползает. Жду с там Елену Степановну. Коров она там гонит. Вон коров наших гонит. Ходил, хотел снять дом. Один мой подписчик, Виталий, попросил снять дом дедушки его. Но, к сожалению, хозяйка вот красит дом, сейчас частная хозяйка. Она говорит: Владимир, подходи попозже, когда я все покрашу, когда я красоту наведу у дома, я тогда тебе разрешу поснимать фасад. Но ограду, говорит, запрещаю тебе снимать. Ограду нет, это мое пространство, не хочу я, чтобы там кто-то смотрел его. Ну ладно. Не разрешишь? Нет, не разрешу. Ну, хорошо. Хорошо. Так вот. Такие дела. Так, что там у нас уж? Уполз. Не видать. Уполз куда-то. Не видать. Так, ребята, всех приветствую. Тема моего сегодняшнего ролика будет ответы по видеоролик по заявке. Короче, попросили снять места когда-то родные были для человека, воспоминания. Так что я сегодня делаю ролик для подписчика. Так, короче, Виталий, человека зовут Виталий, попросил снять места. Когда-то он здесь жил, гулял. Кстати, сегодня осмотрим еще и нашу волокушу, на которой мы когда-то сено возили. Волокуша стоит, на которой мы возили сено, стога. Кстати, видео про это есть на канале. А это место... Здесь когда-то в старые времена, когда-то гнули полозья. Полозья. Была вот здесь ванна большая. Железная ванна. Так, где она есть-то? Где-то стояла в этом месте. Вот она была. Где-то в этом месте была здесь ванна железная. Наливали воды, привозили дрова, привозили покрышки. Короче, нагревали воду в ванне, заливали в ванну, большая была, там размером 2, нет, метра полтора, наверное, на 3 или на 4. И здесь гнули полозья. Была большая лисина заготовлена, и гнули полозья, для саней деревянных, конских. В этом месте, вот здесь вот. Вот, старики это делали. Вот. Сейчас, естественно, здесь ни ванны уже нет. Ванна, может быть, и в металлолом сдали. Я уж не знаю, короче, была она здесь. Вот. Место здесь все зарастает, скотина меньше становится. Да. То
тут у нас вот знак такой стоит. Я его как-то показывал. Прибрежная защитная полоса. Вот так вот. Да, еще просили показать кедр. Кедр. Вот тут вот сосна стоит. Это сосна большая. И кедр стоит, вот он. Плохо, хорошо видно. Сейчас там находится поместье общины Кришны. Кришнаиды живут, короче, там. Вот это их место. И кедр оказался на их стороне. Вот. У них там это все расположено. Вот. Ну, а здесь вот просто такое место, пространство такое. Раньше здесь коровы ходили, телята, когда люди скотину держали. Сейчас этого ничего нету. Сейчас здесь собаки бегают только наши. Так, ну что мы, Виталий? Ну вот, вроде как бы я выполнил твою просьбу. Дом я еще не показал. Ну, дом. Женщина там делает ремонт, красит. В ограду она сказала: нет, Владимир, я не разрешаю тебе снимать у себя в ограде. Это мое место. Так что вот так вот. Вот здесь ванна была. Делали все. Короче, воспоминания старые, старые. Сейчас поедем на речку. На речке будут интересные кадры. Все, поедем на речку. Так, ребят, приехали на речку. И что хотел вам показать? Блин, капец. Это просто капец. Вода прибывает. Во. Ты куда пошла? Иди назад сюда. Нифига себе. Купаться вздумала. Короче, ребята, мы с вами несколько недели, две, наверное, назад. Короче, вы сами помните, как мы тут ходили, вот каждый раз хожу. Вон те кусты, они были на суше. Сейчас это все вода. Вода прибывает. Это скажите вот мне, объясните мне, пожалуйста, ребят. Уважаемые зрители, среди вас, я думаю, что есть обязательно кто-то, тот, кто в этом разбирается. Это что, конец света какой-то наступает? Или что за апокалипсис? Мы сегодня седьмое. Седьмое, да, сегодня седьмое. Вот кусочек песка остался, вот где мы ходим. Всего лишь кусочек пляжа. Вода прибывает. Мы 2 числа был у Лены Степановны день рождения. Мы ходили с ней рыбачить сюда. Вот тут была коса, вот она была коса. И мы тут рыбачили, вон там вот рыбачили, вот напротив кустиков. Колышек стоял, все, мы рыбачили, удили рыбу. Ловилась рыбка. Ну, я найду кадры, вставлю. Вон она, коряга была, вон коряга. Вот она, кусочек коряги бревна, который лежит. Это там. А сейчас вода прибывает. Прибывает, прибывает, прибывает. Это пипец. Я даже не знаю, какие версии выдвинуть. Это, наверное, дождей много. Из-за дождей, наверное, так идет все. Ну что ты, куда ты? Птичку. Есть же собака, вот эта черная собака боевая. Птичку увидела, прыг и поплыла. Елки-палки, вообще. Ой, короче, вот такая вот у нас погода. Сегодня первый день такого тепла нормального. Вчера тоже было жарко, но вчера дождь был. Вот. Сегодня вот такая вот. Ну, что ты там нашла? Траву ест? Ой. Джесси! Джесси,
Так, пойдемте с вами посмотрим то место, где мы с вами хотим, где я вам показал там. Так, что мы тут пройдем? Пройдем через кусты. Через кусты пойдем. Там стоит бронвахта. Ну, короче, бронвахта — это там домик такой, жилой модуль, где в старые времена там жили и эти, как звать, речники, сотрудники речного пароходства. Ну, как назвать правильно. И обслуживали вот. Там углубляли дно, потом что-то там еще делали, какие-то там манипуляции на реке. Так, где-то здесь еще сход. Фу. Где-то тут есть место. Сейчас мы с вами посмотрим. Красивую природу вам покажу нашу. Красивую природу. Неужели это все из-за дождей? Не, наверное, родники так бьют сильно. Вот где-то сухо, а где-то вот сильно. Много родники. Ой. Смотрите, вот она. А я вам не покажу даже, знаете почему? Потому что тут вода. Вон они там, кусты. Не знаю, вы, наверное, не увидите. Вон там где-то кусты в воде. Короче, вода прибыла. Вода прибыла, пипец. Да. Я думаю, что вода, наверное, холодная, скорее всего. Вода же, ну да, холодная, холодная. Холодная вода. Так, ну чё мы? Где мы есть? Джесси? Джесси? Джесси, Джесси? Ух ты, кусают комары, а вода. Кто там лает? Это не наша собака. Собаки, идите сюда. Так, переехали на другую локацию. А то там собаки, короче, с ума сходят. Там какие-то люди пришли, приезжие, у них тоже собака. Я говорю, маленькая собака. Мы стали подходить, короче, там они не поладили между собой собаки. Ну, я говорю, ладно, мы сейчас уйдем отсюда. Так, покажем вам речку. Покажем речку, 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 речку Тару. Покажем речку. Ох, тут тоже вода. Ну что, купаетесь? Короче, вот, все это в воде. Прошлые раза кусты были не в воде, были на суше. Знаете, такими темпами, если и дальше вода будет прибывать, то грядет какое-то, блин, смещение. Погода непонятно какой. Непонятно для чего она смещается так. Вот. Фух, такая фигня, короче. Палки плывут по реке.
О! Рыбки плещутся. Капец. Рыбки плещутся.